Так, друзья, они что, такие дешевые? Вась, вот ебаная техничка. Не, я хочу с фул. Подожди. Так, надо нас встретить в Грузии. Бери, сейчас, Сэм, стой, брат. Я смотрю, Сэм. Нужен обязательно черный. Короче, давай так. Надо покупать, блядь, ты прикинь, X5 F-ка и F10 F-ка. Нет, мяу. GLS? Сколько бюджет выделим на это? Сэм, ну GLS есть, ну тогда на 63 я не потяну. Подожди, Сэм, ты сказал на руки, блядь. Ебать, бамбус. Подожди, на GLS 63 убери, уй. Твоего пахана сын еще, во-первых, понял? Во-вторых, ебать, хороший. Ебать, на Бенге? Они же не бывают на Бенге. Ну, это 4.4 или что это? Да, это 4.4. Подожди, бывают они на Бенге? На Бауэрсе? На Бенге? Точно надо брать 3 литра. Либо дизель, либо бензин. Цена в долларах. На его фотку, умоляю. Он как кайфует, Вась. Бля, на его фотке он как свои радары выкладывает. Бля, легенда. Белый хуйди. М-ку точно не буду брать. Хочу технаря взять, понял, на зиму. Брат, нету черных X5 и хороших. А чё, черный дороже стоит, чем белый, блядь? Рина, салам, брат. Сорян, что отвлеку. Но если кайф есть, покажи, какую тачку можно взять первую на 18. В машинах не сильно шараю, 2 мульта бюджет. Возьми хуй, за 2 ляма что там хуй можно взять? Бля, возьми нахуй 2 ляма уж с пацанами на днюху про 18-летие, блядь. Что тебе машина даст? Весту, блядь. Возьми лучше с кентами, блядь, на тёлок, на кайфы, блядь. Нахуй тебе, что тебе даст машина, ебать? Чё, на такси хуй? Подвигался до 18 лет. Да, конечно, на кайфы спусти, погуляй, блядь. Какие у нас тачки есть? Как вам? Вот это трах. Короче, смотрите. Пишу. Ой, блядь, испугался, прикинь, это злой. М-ка, блядь, я аж испугался, блядь. Такая красивая, шо пиздец. Так, по списку. BMW X5. BMW X5, F85. Range Rover какой? В этой ценовая категория, то до 25 тысяч долларов. Я выделяю бюджет на техничку. Range Rover, дальше. Mercedes GLS, да? GLS, Mercedes GLS, дальше. Rolls-Royce GLS, GLE не найдем, мне кажется, в этой сумме. Нужна высокая тачка по-любому. Vesta Q7, ML не хочу. 4.4, да нет, Сэм, это глупо, брат. Я же беру такие тачки, их не надо, надо такую тачку. Вот эти F-ки, у них кроме помпы нихуя не ломается. Помпа только и все, блядь, ты смотри, салон. Харман. Его, прикинь, в Бункеридзе. Хороший, блядь, Горбени, 147 тысяч. Он во всем, просто во всем. Напа салон, М-пакет. Это сенсор. Сенсоры такой лапельманкан, залин еще. Я тебе модельщик катализатор. Катализатор можно продать за 1000 долларов. Подожди, давай просто ради интереса посмотрим Range Rover. А что они такие дешевые? А это моего кента машина. Я знаю ее, брат. Да нет, нахуй она мне нужна, брат. А, это Velar. Не, Velar хуй. Жили. Да нет, отдавала. Не, Velar вообще не поправляет меня. Я хочу, знаешь, какой Range Rover, блядь? Как у этого, помните? Как этого пацана зовут? Элла. Вот у Элла какой рейндж был? Кто шарит? Просто интересно мне. Ты Лейсян в очках Velar, ебать. Вот дизель. Чё так дешево? Вась, машина с центра. Надо брать ее. Вась, ее надо брать. Нет? Land Rover, Range Rover. Летим в Грузию, без шуток я вам говорю сейчас. Вы сейчас хахалуете, я полечу в Грузию. А какой лучше, бензин или дизель? Ни тебе, ни мне. Бля, можешь купить? Я можешь собрать нахуй всю волю в кулак, клянусь. И поехать купить черный GLS. Просто вот хуй с ним, а? Вот так, пойти и метки магистрации. Дай в тип GLS, бля. Серый не вариант. Его маму ва-банк иду. Стой. Что я постарел-то, урод. Какого года, который мне нравится? Какого года они идут? Да. Чё? Упущенный берет вас
был компанией Евгеник. А, здравствуйте. Такой вопрос. У вас есть карбоновые жабры вставки на BMW M5 F90 Competition 2020 год на карбоне? Вставок не будет. Типа их не будет в общем и целом или как? Но у вас заказать нельзя? Все, благодарю. Удачный день. Люди, я как люблю Рената, замуж за него. Сперва надо грязно отсосать. Если хорошо сосешь, замуж. Да я что-то. Какой сосать, Гого? Какой сосать? Никакой не сосать. Сейчас GLS куплю, буду сам всем сосать. А нахуя, если у меня есть 16-й Pro Max, и сосать рот давать. О, вот самый дешевый сейчас. Пойду куплю маму за 15 тысяч долларов. С ним что будет, будет. С такими фарами. Почему красиво? Это походу на английском. Это хуй, блядь, ни у кого. Сейчас, блядь, прикинь, если это такой же, ну, тип, который, у которого я ML пахану купил. Сейчас маму за 15 тысяч куплю, блядь, стой. Вась, ебать, сейчас бы в 25-м году машину из-за тонировки покупать, блядь. Ебать, 5 литров, 220 тысяч пробега. Range Rover Sport, вы понимаете, как можно въебаться в кукурузу, нахуй. Там что, свечи поднимать, нахуй, кузов надо поменять, ёптить. Ну, блядь, если не шарите в этой теме, не надо, блядь. Они очень дорогие. Но он не дерзкий, мне кажется. Ребята, они дорогие, парни. Короче, я знаю, как можем сделать. Кстати, вы заметили, вот именно GLS-ы обслуживаются только в Mercedes-центре. Либо они нихуя не ломаются, то, что они в сервисе все делают. О, 550-й, брат, у него выхлоп будет, как у 63-го. Почему он? 188 тысяч пробега, а здесь написано 127 тысяч пробега. Нету, пацаны, GLS-ов, блядь. Хороший GLS стоит 35. Ну что мне сделать, блядь? Хороший GLS, вот, блядь. 45 тысяч, ёбана в рот. 4 ляма, блядь. 5 лямов, 4,5, 4,3. Но ебать он трогает состоянием. Шампур, ты тоже заебал ломаться, блядь. Кто в этом месяце? Ладно. Кто в течение 30 дней не купит либо GLS, либо ML, либо Range Rover, либо X5, того жена, блядь. Я чем смог, тем помог. Дальше за тобой выбор. А, и добейте ему уже 300 тысяч за е... Хочу второй донат кинуть. А так Мотя как сосет по пятибалльной? Ну, моё, убил, нахуй! Блядь, это очень хорошо было, Брюнелко! Брюнелко, Брюнелко, брат! Фух, блядь! Как же хорошо это было, брат. Короче, после Чукура очень много появилось девчонок, которые до этого не знали меня. Девчонки, хуй, что вы со мной познакомились. Если вы с Краснодара... Брат, он стоит хуйню. Ну как хуйню, ну ты понял. Посмотри вот на этот X5. Блин, вот этот X надо брать, реально. Блин, может за этот X узнать? А? Он есть какой-то нафаршированный. Брат, он фулл. Она на Хармоне? Да, ну, я похуй. Братан, ты, бля, хал уже, я говорю, тоже 30 тысяч долларов, это много. Бля, ты, походу, свой же, да, GL спариваешь. Короче, вот этот X5 первый я кидаю бомжеру. Это раз, вот этот X хороший, пиздец хороший. Вот смотри, по факту, вот, если, допустим, я родителей перевезу, да, сколько билеты стоит? Ебать, я денег сэкономлю, наоборот, смотри. $100 стоит один билет. Их двое. Это $200. $100, ну, $200 поезд. $400 сэкономлю, брат. $400. Я наэкономлю же. Короче, вот эту я сохранил. Сейчас Range Rover смотрим в этом же ценовом. Были, но исчезли. Вот у X5 уже салон намного интересней. Честно скажи. Бля, знаешь, в чем вайп этой тачки? Можно работать в ритуальных услугах. Где, бля, прикинь, в кортеже нахуй с гробом ебать где-нибудь по городу. Просто нахуй груз 200 ебал на лобовой нахуй пробки-мробки. Один гроб покупаешь. В багажник кидаешь и говоришь, что груз 200, хуже, кто багажник откроет. Но вот это как, прям как у Элла. Ой, состояние, ну. Мне не нравится салон, там еще GBL, да, колонки, или как там, блядь, в этих индийских тачках, блядь. Вася, ты долб***. Если я ее куплю, у меня и в 90 будет техничка. Вообще не рядом. Просто этот ренч не выглядит на свою сумму, понял? Вот такой хочу, да, как... Вот он, блядь. А вот есть вот такой... Но, типа, не спорт, ну, типа, не такой дорогой есть? Вот такой есть недорогой? Вот такой вот недорогой есть? Блин, но это же раз***б! Движется черная. И будет выть волк. Семейное фото падает с полки. Тут даже мент не успевает вызвать ментов.
Шмаляева. Тут каждый кон либо проход в ноги ломал многих. Наш ход строгий, типа тут те, когда навсегда в итоге. Тут меня хуй резус, я отрицательный. Для них Кто ты вообще? Нет, я на самом деле, если у меня была бы жена, я бы ей, скорее всего, посмотрел бы либо вот этот Эвок, либо X4, либо X6, либо GLE Coupe, Macan. По-любому надо что-то высокое, понимаете, ебать же водить не умеет. Это высокое было, чтобы она не ныла бы, что ой, я бордюр поцарапал, ой, я там где-то, понял. Тут факт, видно. А чё? X5 тут брать. Рэнч, я не знаю, брат, рэнч дорого. Брат, хороший. Это какой? Ебать, он тратит. Это какой? Вот такой хочу. Это Вога? А почему я написал Range Rover, он не вышел? Это он такой дешевый или они в общем и целом так стоят? Насколько рынок? Автобиография это типа гоночная, да? Не мари. Range Rover Sport, да, нам нужен? Range Rover есть? Что нет? Нет, это балбес. А какой? Просто Range Rover? Тварь. Ебан. А за что столько оскорблений? За то, что я вот так кнопкой ошибся, вы до такой степени оскорбляете? Да чмо. Это М, брат. Сагилыч, это М-ка, брат. Нахуй М-ка, брат. Да не надо ухаживать. Я понятное дело буду ухаживать, но... Ебать, пробегал. Вообще, состояние. Да нет, Discovery это прям пиздец какая старая, понял? Она на вид старая прям. Блять, вот эти Range Rover'ы я вообще не разбираюсь. Они, в смысле, выглядят, ебать, как дорого, во-первых. Во-вторых, я не могу их различить. Они выглядят, что 18-й год, что 12-й одинаково. Вась, ебать, это что, нахуй? Брат, ебать, он нахуй. Брат, ебать. Это лонг? Да ну нахуй. Они кто шарит вообще? Кто шарит за них? Они ломаются вообще? Ой, блять, да нахуй. Я испугался. Равш, готов? Вот такую техничку покупаю. А? А, как тебе? Шма, вот такой. Посмотри, 3 ляма, умоляю на него. Бля, где этот лонговый? Вот, нахуй. За 3 ляма, прикинь. Я думал, сидели, ставить дырку, что ли? Брат, посмотри сюда. Я что, не знаю? Смотри. Работаем, брат, работаем. Все четко, дела нормально. Брат, не техничка, ты понял. Ты же кабри меняешь? Ты же сказал то, что ты покупаешь. Извините. Как делаем ее? Один купил машину, техничку V8, которая 50 литров жрет. Ты берешь техничку Range Rover, так и скажи. Ебучие даже. Да, это огромная машина, брат. Че хуй? Огромная? Нет, Infiniti хлеба. Позвони этот, как его зовут? Через сколько она будет готова? Короче, надо Range Rover брать вот этот. Да ты че, он красивый. Ну это не М-ка, видишь? Это дизель. Ну та же полоска. Ты как спал сладко, знаешь? Не спался, а? Да нет, брат, X5, E70 брать, это, блядь, типа если столько денег давать уже, то лучше брать этот, Range Rover. Но вот этот именно тратит. Короче, из Грузии у кого-то есть вот такой Range Sport в хорошем состоянии, но, и я бы, короче, поменялся бы на F10 с доплатой. Да не, GLE Coupe не хочется, блядь. Он не выглядит, ебать, на Range Rover, как мы плавать будем. Это что такое, Ле? Ёбаю мат, блядь. Суперчарджер это что? Компрессор, типа? Да нахуй. Брат, посмотри, вот как их отличить? Вот 18-й год. Смотри, какая хуйня. Вот смотри, этот 14-го года, Равш. Ну посмотри на него. Кота, мат. Посмотри. Ну это хороший. Комплект, да? Вот это лонг? Да. Откуда ты знаешь? Это лонг. Сзади сиденья, смотри какие. Да, мне кажется, здесь что-то не то с ней, клянусь. Это автобиография. Автобиография, родился в Грузии. Жил до 14 лет, короче. Автобиография. Он переодет в рест? Да значит он разъебанный брат был, да вообще. Саламу алейкум, мои любимые ахи. А как вы поняли, что он рестовый? Вы в Воке. Да нет, хуй. Вообще. Вот это? Да, это нахуй. Представь ее катаную, нет? Как будто турецкий бандит. Сейчас как будто прям на сердце надавил. Блять, а
Сеньоритка. Надо, короче, Range Rover надо покупать. Ау, 0TT006. Аху. Чистый Азер. Эфон, Гага и Range Rover. Нет, Эфон алмаз от Мавр. Нет, брат, надо высокую тачку, брат, я заебался. Как этот, блядь, Вартан? Вардал. Вась, автобиография это типа что? Это комплектация. А. Это ебаная комплектация. Два ряда сидений? Сейчас что-то тупанул, понял? У всех, блядь. Ну, она, видишь, а вот она нейлонговая. Надо нам нейлонг покупать. Брат, пахана сзади буду водить. Ебать, Вась, на их гелик. Это гелик, шма. А, да. Ебать, типа, хуй. Автобиография это СВА. Брат, нет, посмотри на нее просто. Вот сейчас ты же понимаешь, именно F, комплектация, ты шаришь. Смотри, брат. Раз. Смотри. Два. Три. Все. Есть. 4, все есть. Все есть. Она фул. Ну смотри, она стоит 20 тысяч долларов. Как мужчина, возьми Lexus и LX нахуй. 170? Пиздец, вот это воровской. То есть ты хочешь сказать, это не воровской? Брат. Покойный Гули только на Range Rover'ах ездил. Брат, LX тоже пиздец. Да, да ну LX это вообще, блядь, автор машина, нет? Курдули тачка. На, вот на таком будешь ездить, гагаш, блядь. Это двухсотка, брат, простая. Блин, это. Но если брать, брат, только вот такой, понял? Прикинь. Брат, прикинь. Ну, это трехсотка. На, нахуй. Чё, реально вам тебе нравится он? Не, нет, но это, типа, крутая считается. Да, ну нахуй он нужен, блядь. Посмотри на его салон и посмотри просто на вот этого мута. Сука, я этого мама найти не могу, блядь, вечно здесь в этих ёбаных арках. Вот этот мне как понравился. Бомжер, позвони ему, попроси винкод. Отдаю ему этот рендж, чтобы он здесь на нем ездил бы. Это первое. Потом откатаю до апреля, мая, и потом его папе дарю. Идея W. И пахан ездит вот на таком рендже. Ну, мне кажется, какая идея ебаная. Сколько в России такие стоят? Этот, позвони ему, бомжер. Да, 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 вот. Позвони ему, умоляю, я хочу ее. Надо обзор посмотреть на него. Ауру, брат. Лонговая она там, урод ебал. Брат, я именно вот ее хочу. Докажите же, брат. Блять, а он как выглядит? Я просто в хуе. Мне кажется, он затоталенный, клянусь. Просто купи и катайся. Брат, дорого. Прикинь. Номера злой. Братан, ебать. Номера делаешь злой. Бля, вот если, допустим, вот просто ему вкинуть... Брат, там пробег. Равшан. Да ну мне кажется, это дорого, блядь. Чё думаешь по поводу крипты? Блядь, ну я не знаю, но он ебать. Клянусь мамой, мне почему-то он больше нравится. Вот он. Я в неё прям влюбился. Ебать, он какой охуенный, брат. Сколько литров этот хлеб? Не знаю, это вообще дизель, кажется. Ау, блядь, 5-литровый. Ау, ебать. Езда это? Ну, блядь. Они проблемные? Да как у Сэлла мотор. 5-литровый, брат. Вот это то же самое, что вот я на Камри. Ну да, для пахана 5.0, пиздец. Да нет, братан, ты чё, ебанутый, блядь. Я вообще этот финик не перевариваю. Он сбоку, сзади, пиздец, какой красивый. Вот, ну, сзади красивый, сбоку красивый, салон красивый. Но, блядь, ебать, финик, как вы охуеете, какое там все качественное, это во-первых. Ну, во-вторых, вот эта морда, блядь, знаете, на кого он похож? Вот этот эвакуаторщик, который беззубый был в тачках. В тачках, знаете, вот мультик то, что вот на него похож вот этот беззубый, понял, который ездил, блядь? А, да. Метр, блядь, копия, посмотри, урод, нахуй. Пиздец, чё, вот просто, что у него мне было? Мне всегда нравилось, вот я, кстати, вчера ночью о нем вспоминал. Форд, пацаны, Эксплорер, да, да, как у этого. Вот он курдули. Как у Карена. Курдули машина, пиздец. Какой, как у Карена? Ну я понял, у Карена была такая. Реально? Да. Да, брат, вот у Карена была такая. Как эта машина. Но у него старая была, понял? Вот такую черную берешь, курдуль менталитет. Блядь. Вот такой? Не, вот слева. Вот видишь, вот он с первая, да. Смотри, она очень красивая, брат. Это полицейская, понял, тачка? Да иди, да мы же курдули. Черный бункер делает и так вии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 ii Не знаю, мне очень нравится. Блять, их что, новых нету, что ли? Ебать, они дорогие, Вася. Какого хуй так дорого стоит? Вася, ебать, он выглядит, блядь. Что это машина? Nissan QX. Брат. А, я знаю, это охуенная машина, брат. Танки.
Ебан выглядит, брат. Вот такой берешь, ты ряхаешь. В центре куплено, 18 год, 48 тысяч пробега, 40 тысяч. Блять, ну уже как будто, когда 40 тысяч, блять, можно вот такую купить, его маму, ебать. Блять, ну нихуя, братан, столько денег, нахуй. О, вин-код! Лэнзи ловила. Я его QR-код, блядь. Ебать, у них вин-код вообще другой. Прикольный. Нормально, что ты там? На весновый, брат. На весновый меняли. Блять, у нее пробега еще 180 тысяч. 112 800 миль. Блять, а тут 100 тысяч километров. Блять, ну я в тильте. Да какой Q7, блять. Ну какой Audi, нахуй. Он рамный, ему похуй. Да там пробег. Короче, надо покупать, ехать за X5. Блять, просто цвет. Блять, вы понимаете, что гелик нужно покупать только новый. Ну вот без обид. Только новый. Вообще не вижу смысла покупать старый гелик. Здесь покупать, то только новый, пацаны, блять. Гелик это, ну вот... Просто вы, наверное, пацаны молодые, типа, вы смотрите там, что кубик, АУ, вот это не управляется вообще. Они начали управляться после 21 года. У кого был, тот поймет. Это биография, 88 тысяч пробега, в идеальном состоянии, купленная, блядь, 33 тысячи. Ну, мне кажется, он за 30 отдаст, знаешь. Сколько вообще они стоят? У них рынок какой? Land Rover, Range Rover, автобиография. Вообще, нахуй, не понимаю, Лаша. Да не, этот Лаша богатый, Вась, у него все тачки ебать. Понял, Range Rover, вот. Вот какого хуя вот этот стоит дороже, чем тот?